Привет! У нас сегодня с вами еще один видос по вашим запросам. Когда я записал видос по переработке красок и спрашивал там, какой контейнер вы хотели бы повскрывать в промышленных масштабах, многие писали именно за контейнер реликвий. Топовые комменты по лайкам тоже были выведены с контейнером реликвий. Окей. Сотенку данных контейнеров мы сегодня с вами и раскукожим, посмотрим, что из них падает. Для начала про сам конт. Содержит случайную редкую деталь любой фракции или реликтовую деталь механиков. Реликтовая с небольшим шансом, редкая с высоким шансом. Сам контейнер... Все, чтобы не соврать, дай-ка открою кроссовод Вики. Сам контейнер был добавлен в патче 0.6.0, вот игру. В патче 0.7.30 версии был убран из производства на станке механиков, добавлена возможность обмена 3 раза. Единственным способом получить данный контейнер сейчас на кроссовод Вики указан рынок. Но на рынке ни продажи, ни покупки, вообще все по нулям. Так или иначе, вам было любопытно, ящики я запросил, вот их уже прислали, поставка на склад, так сказать, давайте открывать и смотреть, выпадет ли нам за 100 ящиков хотя бы один реликт. Погнали, начинаем. Сейчас бах с первого раза. Нет. Фиг. Вектор. Так, давай следующий ящик. Сразу. Хоба, боезапас, следующий. Я буду сразу скипать, ладно? Посадочное шасси. Шиноболлон. Дальнобой, открыватель, 5 контейнеров. Ой, какой я молодец. Колесо большое. Я буду сразу скипать, сжать эскейп и все. Так, здесь у нас дальнобой. Слухач. Мне, правда, самому интересно, будет ли хоть один реликт. Хоть один. Не буду уже даже называть их, просто ну их нафиг. А пока я открываю эти ящики, ребята, думайте, давайте. Чего открывать будем с вами следующее? Очаг, здорово, спасибо. Защитник. Ой, открыватель 15 контейнеров. Какие мы с вами классные. А, 12 сокол. Рапира. Так. Слухач. Колесо с шипами. И вектор. 20 ящиков уже за плечами. 20 ящиков. Ребят, я, к сожалению, не следил раньше за этим ящиком. Не смотрел, сколько он стоит, когда он еще дороговался и ходил по рукам. Сколько он стоил? Вот в последнее время, когда он вообще был продаваемый. Расскажите, пожалуйста. Да, я нажал сейчас, кстати, кнопку обменять, это не считается, это так просто бонусно. Судья, ясно, понятно. Следующий ящик. Стужа. Боезапас. Колесо с шипами. Ясно, опять не то. Дальнобой, отлично. Вообще здорово. Колесо гоночное. Нет, серьезно. Если этот ящик там стоил хотя бы косарь монет, то мы пипец сколько бабок с вами уже потеряли. Даже если он стоил 100 монет, мы уже нормально так бабок потеряли. Слухач. Горизонт. Судья. Шиноболлон. Посадочное шасси и еще 20 ящиков за плечами от 12 сокол. 60 ящиков у нас с вами осталось. То есть 40 ящиков уже улетело в никуда. Ясно, спасибо. Едем дальше. 40 ящиков при условии, что 2 ящика я еще успел пообменивать за металл. С тихой надеждой, что вдруг что. Ясно. Спасибо. Таймер. Разгон. Колесо большое. Генка. Колесо гоночное. 50 контейнеров открыто. 50 синих вещей. Да, повезло так повезло. Шиноболлон! Замечательно! И у меня осталось 40 ящиков. 40, Карл. Некого, кроме шуток. 30 ящиков. Я думал, за сотню этих чемоданов хотя бы один реликт выпадет, но у нас 30-ка еще впереди, конечно же. Да и наверняка... Те ребята, которые вскрывают такие ящики, наверняка они еще пользуются этим обменом. Но все же 1000, там 1500 металла, что бы и не потратить. Давай на последних 30 я попытаюсь. Мы с вами утроим количество вот этих вот оставшихся ящиков. Хорошо.
По крайней мере, пока у меня не кончится металлолом. А металлолом у меня тут кончится, возможно, уже даже скоро. Спасибо. Нифига. Опять нифига. И снова нифига. Генка, давай превращаем его в очаг. Потом в рапиру. Потом в таймыр. Класс. Боезапас. Шасси. Стужа. И виверна. Зачет. Вот делайте ваши ставки прямо сейчас. Вот прямо сейчас. 23 ящика осталось. Выпадет нам реликт или не выпадет? Как думаете? И не забывайте про... про то, что если есть какой-то ящик, который хочется открыть, тоже пишите про него. Еще сотку украдем у правительства. И откроем. А все, ребят, металл кончился. Значит, дальше только так. Колесо гоночное. Давай уже. Защитник, спасибо большое, да. Колесо с шипами. Малыш 6F. Многие до сих пор называют его BF. В принципе, даже те, кто знает, что правильно называть его 6F, все равно называют его BF, потому что так привычнее. В принципе, нормальная история. Я тоже X-машину по-прежнему называю X-машиной не потому, что это правильное название или произношение, а просто потому, что привык. Колесо с цепями. Сокол. Колесо большое. Кстати, по поводу X-машины, опять же, кто еще не успел задать вопросы на тему лора X-машины и всего прочего, пишите их под прошлым видосом по интервью с лором Красаута, X-машины, Слэшхаммера, там все было. Последние дни, и я потом собираю все вопросы и иду их опять задавать нужным людям. Три ящика, ребята, три. Два ящика. Один ящик. Мы ни хрена не выиграли. Ха-ха, какие мы молодцы. Все. 100 контейнеров реликвий. Ни одной реликвии в этих 100 контейнерах не было. Вот такой вот результат. Короче, жду ваши запросы на тему других контейнеров. Также вопросики по лору X-машины и Красаута. Но только все это... Вот именно вопросы, пожалуйста, пишите именно к тому видосу, где было первое интервью. Мне так удобнее будет просто все собрать, и ничего точно не потеряется гарантированно. Жду все ваши вопросы и запросы. Спасибо за просмотр. До новых встреч.